Ему нужны бабки. А чтобы бабки хорошие зарабатывать, он считает, что надо пробраться на федеральный канал. А на федеральный канал сегодня пробраться надо вылизать одно место президента. Он вылизывает и делает, но тот как-то не замечает, зараза. Но он вылизывает за бабки или вылизывает в надежде пробраться пока, на федеральный канал? Пока без бабок. А потом уже бабки будут, тогда он уже не будет вылизывать. Скоролов продается бесплатно, так да, что получается? Да.